Привет, всем добрый день. Вернулись мы с Никой, съездили, поставили прививку ей ежегодную, наконец-таки. У нас поменялось, у нас называлась котопес, теперь называется Айболит. Я сегодня звоню, она мне говорит, Айболит. Я говорю, блин, я что-то сюда попала, что ли? Она говорит, котопса теперь нет, теперь мы Айболит. Я думаю, ладно. Маришка написала устный экзамен, уже знает, что пятерка идет домой. Надо сходить в честь этого мороженка поесть. Алена убежала к подружке. Что-то за... Ника, я не понимаю, как это происходит, девочки. В общем, Ника в машину садится. Я ее только из дома беру. В машину садится. Мы каждый раз ездим к родителям. И она спокойно ездит. Даже никаких этих... Ну, чтобы она там боялась или что-то. Нет такого. Но, когда мы едем на прививку, она начинает сразу... Перестань чесаться. Она начинает трястись не как-нибудь. Вот она туда дорогу. Она просто... Вот как будто на улице мороз минус 50, и она голая. Вот... Не бойся, не бойся. Вот так вот вся ходуном ходит, трясется. Только прививку поставили, обратно едем. Все, она уже... Все. Она спокойная. Не трясется. Тебе жарко. Начесалась, я не знаю, кто ее накусал. Может, мошкара, может, тут она чешет. У нее прям такие шишки. Прям, ну, я ее коротко подстригла. И прям чувствуется. Я ей купила спрей. Теперь у нее будет спрейчик. Она будет у нас... Буду ее брызгать каждый раз, как на улице. Там вроде от всех летающих клещей, от всего. Короче, защищает. Так что вот такие дела. Сейчас Варюшка придет. Может, сходим с ней до магазина, прогуляемся. Предложу, если она, конечно, захочет. Еще ничего не готовила кушать. Надо что-то кушать, приготовить. Варвара поела пиццу. Она сегодня со второй смены, кстати, была. Завтра вроде уже все нормально. Кстати, надела свою старенькую рубашечку. Мне она так нравится. Вот этот вот был бы, знаете, обычным воротом. Было бы прикольней. Она по ощущениям, вот она легенькая такая. Прям очень классная. Но за счет того, что вот это вот так, я ее очень редко ношу. Так она не ложится никак. Вот, так что вот такие у нас делишки. Мы сходили с Варваркой, Варишка вернулся, мы сходили с ней в магазин. Чисто только мы так можем. Хотя, мне кажется, девочки, это у всех, наверное, такая болезнь. Сходили за мороженым. Ну, потому что, простите, я вас тут немножко установлю нормально. В общем, сходили за мороженым. Наше мороженое вышло 1900. Ну так, чуть-чуть. Три мороженых буквально. Ну ладно, я шучу, конечно, там не только три мороженых. Взяли салатик, я хотела. Будем делать салат сегодня. Я хочу сейчас курицу, наверное, все-таки отварю. Короче, не знаю, что с курицей сделаю. Что-то я достала, у меня кусочек есть. Что-то какая-то фигня над губой выскочила. В общем, есть кусочек. Я собралась делать суп. В итоге понимаю, что я суп не хочу. Может, и сделаю суп. В общем, взяла девчаткам попить, как всегда. Не разрешила газировку, взяли липком. Вот это вообще, конечно, гадость. Мы договариваемся. Полмесяца прошло без чипсов. Ну вот. Убрала в холодильник и взяли, в общем, мороженое. В общем, взяли. Варя какое-то корейское с дыней решила попробовать. Вот. Я даже себе сегодня попить взяла, мой любимый. Я вот его люблю. Надо сейчас заморозить лед. Я обожаю его именно со льдом. Много льда и его. Вообще получается очень классно. Что-то я забегалась, устала. Вроде ничего не сделала после работы. С этой беготней то собаку свозить, то мы с Варюшкой пошли прогуляться на улице. Кстати, сегодня у нас лето, 25 градусов. Это так круто. Взяла свой любимый хлеб. С фруктов взяла манго. Это ем только я. Мне нравится он такой еще, знаете, когда... Не прям переспелый, а чуть-чуть с кислиночкой. Взяли киви. У нас есть мандарины, я брала, но они не очень вкусные. Зато, блин, без косточек. Брала, думала, хоть бы без косточек были. Они без косточек, но они не вкусные. Были до этого костлявые, но очень были сладкие. Мама, что? Срочно задать мне время. Подожди, я да, снимаю. Пришлось взять салфетки. Это прям пришлось, потому что у Варюшки с носа потекла кровь. Мы там распечатали их сразу, потом оплатили. Так, взяла вот этих... Осторожней! Дверями бахает, двери все, окна раскрыты. С
сквознячок, и она не придерживает. Помидор взяла вот эти вкусненькие, мне нравятся. Они не черри, но они небольшие. И вот они очень вкусные. Так, взяла еще огурцов. Хотела взять говядины. Знаете, есть, продается в Пятерке стейк. Мираторговский, по-моему, или чей. Но сегодня его не было. Поэтому, как всегда, та-дам, курица, филе. У нас очень хорошо естся филе. Кстати, последний раз мы брали цыпленка табака. Варюшка, правда, грудку только ела. Аленка любит и ножки есть. А мне нравятся крылышки. Ну, мы, в принципе, ее всю скушали за два раза. Вот, в принципе, нам нормально было, что обычно раньше мы ее ели, хрен знает сколько. Сейчас дети все равно подросли и побыстрее все это съедается. Но грудка у нас всегда в приоритете почему-то, я не знаю почему. Голубь, привет. Так вот они все время сидят, я вот с ним поздоровалась. Уркают меня с утра, у меня форточка открыта, они гурлят. Ой-ой-ой, ослепила. Вообще модель, да, снимаю. Варе померили комбидрес, надо будет что-то придумать, чтобы его хватило на одну, на один танец. Лямки. Короче, он маленький стал. Маловатый. Ну, лямки хочу. Ага, мини-юбка. Все, Ютуб тебя забанит. Иди мойся. Варя что-то тут взялась танцевать. У нас она не хочет нарушать нашу традицию с вами прощаться, поэтому она говорит, я буду прощаться. Хочешь, когда хочешь. Снимай, ой, выкладывай, так что всем спокойной ночи. И всем пока-пока. Всем привет, это новый влог. В общем, мы съездили сегодня родительский день, съездили на кладбище. Все дела сделали. У нас сегодня такая погода, с утра было солнце. Сейчас уже дождь прошел, но мы благо успели до дождя. Нет, непонятно, что на голове. Вот, побежала. Мне нужно переделать Варюшкин комбидресс. Мне, короче, там вообще история такая интересная. Нам нужен на один раз осталось, а он ей маловатый. В общем, я решила на лямки поставить резиночки, чтобы они не врезались. И на один раз, в принципе, будет, мне кажется, достаточно. Так что вот сейчас пошла, посмотрю, надеюсь, есть бежевая резинка. Мне нужна именно бежевая. И в четверг выступать, мы вроде все нашли. Нам нужны носки. Я вообще почему-то подумала, что гольфы нужны. Но гольфы не нужны, там носки. Один костюм такой, один народный, юбка, лосины. Это вроде все есть. Вот единственная проблема была с комбидрессом и с туфлями. Потому что туфли все маленькие, нашли Аленкины. Они в хорошем состоянии были, у меня лежали отложены. Ну, мы вчера померили, все хорошо. Вот осталось только комбидресс переделать. Так что сейчас зайду. У нас тут есть магазинчик ткани. Как раз я посмотрю. Надеюсь, там есть. В общем, я купила лямочки. Не такого цвета нету. Есть такого цвета широкие и посветлее. Но, надеюсь, я взяла и те, думаю, что-нибудь я придумаю. Что сделать? В общем, прошел дождь на улице, так кайфово. Он сейчас опять начал моросить. Я решила все-таки прогуляться до Озона. Мне там пришли посылки. Забрала. У меня брызгалка для кошки. И собака найдет для кошки. Но мне для собаки нужно, чтобы от клещей. Она идет клещи, блохи и всякие насекомые. И забрала здесь контактные линзы. Будем пробовать. Хочу себе интересный образ для съемочек сделать, так что вот буду пробовать. Ни разу в жизни не носила контактные линзы. Они зелененькие, мне вот нравится зеленый цвет глаз. Мне кажется, под рыжий волос это просто будет красота. Сейчас приду, буду пробовать. Вот единственное у меня, блин, я не знаю, в чем они. Потому что если они без... Ну, там жидкость же все равно какая-то должна быть. В чем их хранить? Я-то вытащу. У меня дома нету жидкости для линз. И нету баночки. Я вообще не знаю, тут какая-то это коробочка. Ладно, посмотрю, потом уже решу. Если что, подо мной аптека. Можно будет сходить, взять. Я сегодня вообще не красилась, ничего не делала. Уход с утра сделала. И все. В общем, зря я ходила на Озон, можно было не ходить. Мы с Варюшкой пошли на тренировку. Точнее, Варюшка сегодня пошла, я сегодня лодырь, я не хочу сегодня заниматься. А мне нужно.
поэтому Варварке. Ой, сегодня что-то немножко бежевая. Ты такая очень красотка. Так что буду ждать, просто сидеть целый час, как и раньше это делала. Не хочу сегодня заниматься вообще. Я столько ходила на тренировку, что меня просто задолбали меня эти тренировки, честно. Я и так красивая и худая. Это чисто мы. Это мы, которые забыли зонтик. Можно было сегодня не мыться. С собой шампунь взять. Дома как раз. Ты меня снимаешь? В общем, мы с Варей промокли вообще. Как эти. У меня вообще насквозь голова мокрая. Вы знаете, что ты сшу, когда эту зайку бросила хозяйка? Весь до ниточки проводит. У меня вообще вся куртка. Она мне еще куртку сму хотела отдать. Ну, потому что она говорит, я застыла, оказывается, у нее руки застыли. Мы еще под крышей немножко простояли. Вообще, чуть-чуть там козыречек вот такой. Скажу тайну вам. На самом деле, я просто не хотела, чтобы замерзла мама. Жопка. Вас же я не могла оставить без этого. В общем, у меня была тут распаковка. Как вам мои новые глазки? Я первый раз в жизни надевала линзы, но это не очень сложно. Единственное, сейчас у меня ощущение, как будто у меня легкая такая пелена вокруг зрачка. Не знаю, настолько же их удобно снимать, как надевать, но делаю их легко. Я могу спокойно пальцем дотрагиваться до глаза. Видите, они съезжают. Ну, потом ты поморгал, и они на место встали. Как вам? Мне кажется, к рыжему цвету зеленый очень идет, но он какой-то не зеленый. Мне кажется, он больше в голубой. Ну вот я, допустим, в зеркало смотрю, мне вот больше голубой кажется. Он. Сейчас мы пойдем на яркий свет. Хамелеон какой-то, мама, что с тобой? Ну, вот так. Нет, так слишком ярко. Вот так. Как вам цвет глаз? Влияет ли цвет глаз на внешность? Изменяется ли лицо при этом? Я с мокрыми волосами, так как красиво, красиво, как всегда. Всем привет! У нас новый день, я вернулась с работы. Прошла этот квест по помывке себя без горячей воды. Это вообще кайф. 33 чайника, ну ладно, 2. И я не делала на волос, просто помыла шампунем, ни маску, ничего не наносила. Это, конечно, жесть. Собираюсь готовить пиццу. Вот. Нашла рецепт. Точнее, даже не то, что нашла. Хочу с нормальным тестом сделать. Прям самой сейчас развести тесто. И приготовить пиццу. Так, где у нас дрожжи? Дрожжи, дрожжи, дрожжи. Варварка у нас убежала на вокал. А что, дрожжей нету, что ли? У меня такое бывает. Короче, убежала на вокал, чтобы... Чё? У них репетиция там перед концертом уже, перед чем, даже не знаю. В общем, в главном корпусе репетиция. Вот. Блин, все нет. Вот это, конечно... А, вот они встают. Господи, думала, дрожжей нет. Надо дрожжи купить. Нужно дрожжи в холодной воде растворять. Какой-то новый способ я нашла прям, которую я хочу. Ну, не знаю, хватит ли у меня сил, чтобы ее оставлять настолько. Там целый час, наверное, через каждые 20 минут ее надо обминать. Час ждать. Посмотрим. В общем, я, может, сейчас кофе попью, и пицца пока подождет. В общем, надо воды холодненькой. Там вода 13 градусов вода. Блин, ну это прям холодную надо набирать прям под крана. Я много делать не буду. Я, наверное, вот так стаканчик на 250 миллилитров, мне кажется, будет предостаточно. Это все должно постоять. Масло. Там надо оливковое. А у меня есть оливковое? Я буду делать, наверное, с обычным. У меня есть оливковое, но оно... О! А что оно? А мы с ним и будем делать. Он у нас есть. В общем, надо муку. Получается, у нас идет вода, дрожжи, мука
масло и соль. И все. Больше ничего. Я до этого добавляла еще... Ой. Еще были яйца. Но здесь яйца не идут в этом рецепте. Я решила вот такой попробовать рецептик. Сейчас мы сделаем, чтобы наши дрожжи все разыгрывались. Разошлись. Насколько я поняла, что масло нужно добавлять уже после муки. Так. Мука. Муки у нас мало, но я купила. Что-то я, что к чему я купила сегодня? Килограмм муки? Вообще, я же на машине была. Вообще, какие-то странности. Колбасу купила, хотя колбасы куча замороженной. Я специально замораживаю, у меня такой есть лайфхак. Девчонки бросят колбасу, я редко очень ем колбасу. Ну, тоже бывает, ем. Я больше сырокопченую люблю. Ну и там поели, допустим, остается такой хвостик, да, от палочки. Что, ну, никто его не хочет. И обычно это происходит с колбасой, которая либо копченая, либо сырокопченая. Вот так, с такой. Потому что докторскую мы еще поджариваем. И она редко остается. А вот это осталось, я ее кубиками нарезала и замораживаю. И потом, так как я солянку не делаю, солянку она была бы прям, там всякие сорта, она была бы прям очень классная. Ну, так как я солянку не делаю, она у меня уходит вот именно на пиццу. А пиццу я уже вообще давно не делала, но вчера прям захотелось мне. Вчера некогда было, я взяла вчера у мамы этот томатную пасту домашнюю с чесноком. Она вообще бомбическая паста. Мне кажется, теста будет мало. Что-то я прям капец, надо воды побольше добавить. Там, короче, два стакана сделаю. Ну и, в общем, она очень вкусная вот для такой пиццы. Я прям с ней обожаю. Помидор даже вообще... Помидоры для красоты сейчас. Вот у меня есть замороженные домашние. Но они такого вкуса, прям какого-то яркого, помидорного, они не дают. С томатной пастой мне не очень нравится, с обычной. А вот с маминой получается просто офигительно. Она еще, у нее вот которая с чесноком, мне больше намного нравится. Она прям такая кайфушная. Так, сейчас нужно замесить нам тесто, но не слишком густое. Такое, чтобы оно не прилипало к рукам, но было не слишком твердое. Как это сделать, конечно, еще. Такое, но не такое. Почему сегодня поработали? Что-то какой-то сегодня день тоже. Вот эта неделя как-то странно началась, и вот она так и продолжается. У нас как-то странно на работе. Мы вроде работаем, и что-то, мне кажется, мы ничего не успеваем сделать за это время. А завтра, вот я узнаю, сегодня учительнице надо написать, завтра у Варварки выпускной экзамен, хореография, танец, короче, у них 4 танца. И я хочу сходить, она мне вот вчера показывала, так прикольно, лебедь, у них там еще что-то. Вот, что-то, походу, я с мукой сейчас переборщу. Ну и вот, она мне показывала, мне прям так захотелось сходить на это посмотреть вживую. Вот. Ну, не знаю, можно, нельзя. У них, получается, на выпуск осталось всего 4 человека. А было то ли 7, то ли 8 человек. Ну, короче, как-то так отсортировались люди. Так, сейчас добавляем масло сюда. Туда класс добавлять. И попробую руками это все замешать. Потому что моей лопаткой уже ничего не мешается. И его нужно сейчас так обмять, сформировать шарик и оставить на 20 минут. Накрыть полотенчиком, оставить на 20 минут. Ничего не сказано про тепло. Просто. Просто. Космос. Так, сейчас. А потом его нужно обминать именно в серединку. А гладкой стороной вроде как переворачивать потом, чтобы вот он подходил. Ну, сейчас попробуем. Попробуем, посмотрим, что из этого выйдет. Если будет классный рецепт, запишу прям специально ролик. Потому что хочу найти тесто прям такое правильное. Оказывается, муки мало еще. Я думала, будет очень много.
Оказалось, мало. Вот такие вот делишки. Сегодня Варвара на концерт нас. Ой, на концерт на. Ой, я уже забыла, как это все называется. Репетиции, господи, замучилась я что-то с этими репетициями. У меня каждый день какие-то у нее новые, мне надо все не забыть. В общем, на репетицию сегодня сходит. Сегодня еще английский. Английского тоже уже, слава богу, маленько осталось. Я уже не дождусь, пока уже закончится эта школа. Я что-то вообще... Май какой-то дурацкий. Несмотря на выходные, вот эти вот всякие репетиции и выступления. У нее получается в четверг, потом в субботу мы поедем в соседний город. Там будет... Я забыла, как он называется. «Голос». Или что там, или «Звезда Сибири». Не, не «Голос». Точно не «Голос», потому что там всякие разные направления. Вот. О, мне кажется, вот такое тесто я и оставлю. Не слишком густое и не слишком жидкое. Оно уже не прилипает практически. Смотрите, какой колобочек получился. Вот оно. К рукам не прилипает. К перчатке прилипает, потому что там тесто. Так, теперь я его накрываю полотенчиком и оставляем на 20 минуток. Вот. Так, ну что, давайте отправимся с вами на приготовление пиццы. В общем, тесто получилось офигенное. Оно, смотрите, какое красивое. Такое прям гладенькое все. Его нужно обминать в серединку и переворачивать. Я сделала это уже 4 раза. Там 5 надо, но я уже думаю, от одного раза ничего страшного не будет. Теперь нам нужен чистый стол, либо как у меня коврик. Смазываем его растительным маслом. Я буду тем же оливковым смазывать, которым, блин, у меня какая-то эта бутылка, какая-то жесть, какая вся непонятная ворсинка вся. Еще и крышка не закрывается. Надо ее помыть. А, я поняла, почему она такая. Она мне раньше здесь стояла, и на нее все прилетает. Блин, вроде так надо руки помыть. Может, какие-то волосинки будут. Так, ну все. Тут готово. Смазываем растительным маслом. Мне интересно, что из этого получится. И вот такое вот тесто. Видите, какое оно мягонькое такое. Оно не... Я надеюсь, оно такое и должно быть. Так, ну тут у меня получится, я думаю, на две. Если на весь листик. Сейчас попробуем. Варите сюда ко мне, пожалуйста. Ах, тебе ладно. Я так, не надо. Варюшка, кстати, вернулась со своей репетиции. Она на отчетном концерте будет петь аж 3 песни. Так, в общем, вот такие вот кусочки получились. Теперь нам нужен... Будем делать первую. Нам нужен листик. Сейчас мы его возьмем. Ой. Намазала руки маслом. Теперь пытаюсь что-нибудь достать. Так, коврик силиконовый постелю. Ника запарила чесаться. Вот реально запарила. Ника, буду делать... Хотела с каким-нибудь огурчиком. У меня ничего нету. Будет просто помидоры и колбаска. Всякое разное. Так, берем первое тесто. Я буду прям разминать просто руками. Потому что и там тоже так же было. Ну, мне, по крайней мере, так показалось. Я не дочитала рецепт, если честно. Соль не растворила, что-то такое остренькое. Это как будто соль. Я хочу прям вот так вот размять его, чтобы оно было такое. Не... Это моя духовка что-то шалит. Не катанное тесто будет. Так, дырочка тут образовалась. Она нам не нужна. Сейчас мы ее спрячем, она все равно образовалась. Попробую, я ни разу такое не готовила. В общем, будет лучок, помидорка, мамина паста томатная, колбаска и сыр. Ну вот как раз у меня кусочек этот получается практически ровно на листик. Римская, кстати, пицца готовится квадратная. Ну, не квадратная, а прямоугольная такая она. Как бы у нее должны быть закругленные туда, но я не буду так делать. У меня будет она... Прям конкретно прямоугольная. Я кулема сидела, пила кофе и не подготовила начинку. А нужно было бы... А
Я вот не подготовила. Я не хочу, блин, надо было достать помидоры. Самое стрёмное в замороженных помидорах, что они дают много влаги. И нам это не очень нужно. Так, я эту часть возьму, так накрою ковриком, чтобы она у меня не подсохла, ничего с ней не случилось. Ну все, готовим начинку и собираем нашу пиццу. Посмотрим, когда она испечется, какая она будет. Я покажу результат обязательно. Хочу, потому что заснять этот рецепт. Ну вот, пробую сама, чтобы знать приблизительно. Я, кстати, не взвесила муку. Сколько надо муки? Бегали на английский. В общем, с пиццей такая интересная история. Моя духовка не хочет печь такую пиццу, но она получилась вот такая. Не очень она поднялась, как я хотела. А вторую вообще я оставила смотреть Алене. И она получилась супер зажаристая. Вот такая. Короче, духовка, я не знаю, тесто было идеальнейшее. Но вот почему оно получилось вот такое... Я не знаю, чего ему не хватило. Короче, мне не понравилось, как оно поднялось. Надо что-то в этом рецепте додумать. Мне кажется, это вот рецепт для печи. Вот это в печи, вот это прям... А в моей духовке там умереть можно, пока ее ждешь. Может, нужно было ему маленько постоять. Когда вот сделал это именно лепешку. Ну, хотя, не знаю. Но оно вкусное, но не такое воздушное, как я хотела. Добрый день, у нас новый влог. Я уже дома, я сегодня быстро. Я сегодня рано была на работе. Это капец, конечно, ощущение. Ад, я вспомнила свою бывшую работу. Когда надо было вставать, хрен знает во сколько. Я сегодня, в общем, 8 была уже на работе. А это не вообще не хорошая тенденция. Аленка говорит, мама, как так? Я же каждый день в школе. Я говорю, ты сейчас будешь 3 месяца отдыхать. Ничего, я все, весь год типа ходила. Я говорю, ну, молодец. В общем, сегодня у Варюшки выступление, поэтому я пораньше сходила на работу. Уже накипятила воды. Уже помылась. Бесит это дело. Когда только ледяная вода течет. Это вообще отвратительная тенденция. В общем, нагладила ей костюмы. Надо будет все собрать. Я надеюсь, мы их там оставим. Сейчас, секундочку, я вас прикрою. У меня тут просто дверка. Я так поставила удачно. В общем, нагладила ей костюмов. У нее 4 образа. Я буду сегодня снимать. Но, скорее всего, отрывочки вставлю, конечно. Да? Но музыка не дает YouTube музыку. Авторские права. В общем, вот все костюмы лежат горой. Нужны еще 2 пары обуви. И все. Шлепки еще. А, и шлепки возьмем, потому что она пойдет там до этого дойти. Надо будет в одной обуви. Ей одна туфли нужны на один танец, на другой кроссовки, на третий носки. А вот на четвертый. А, тоже носки. Тоже носки. Я вот не поняла, с чем они будут, в какой номер. А, ну, наверное, где юбка. Там нужны длинные носки. Просто они лебеди. У них идет комбидресс бежевый. Они лебеди. А, ну все правильно. Первое будет комбидресс юбка. Потом комбидресс лосины. Я просто не могла понять, куда длинные носки нужны. Если будут лосины. А в другом костюме вообще длинные носки. Ну, там штанишки блестящие. Все, я догадалась. Вот такие вот дела. Так что буду вам оттуда снимать. Еще нужно ей сделать прическу красивую. Так что ждите. Забыла слова. Вернулась Варварка. Мы уже сделали. Смотрите, какую Варя. Посмотри. Какую классную прическу. Лысая девочка с шишкой на голове. В общем, сейчас собираем костюмы. Что у нас время? И, наверное, выходим. Нам еще нужно забежать за цветами. Так что точно.
лысая девочка. В общем, взяли мы с Варюшкой цветочки. О, на улице так кайфово, на солнышке. А в тенечке холодно. Знаешь, да? Еще так от экрана все отсвечивает, и я ничего не вижу. Если при этом у тебя, то кажется, как ты лысая. А так, конечно, ты зализанная просто. Тут мы уже на финальном уроке. Первое нам девочки показывают всякие упражнения гимнастические. Тут чуть-чуть непонятных упражнений для меня. Ну вот, учительница нам рассказывает, что идет работа в паре. Потом, какие упражнения они умеют делать. Потом у нас пошел балет. Вот элементы оттуда. Ну, я так чуть-чуть вам нарезала, чтобы вы тоже посмотрели. Очень прикольно. Вот это мне прям очень понравилось. Варюшка еще дома, когда танцевала. Она говорит, это так прикольно, мне так нравится. Тут какая-то кадриль у них пошла. Они такие забавные. Лосины почему-то не стали снимать. Мне так странно было. Но так у меня Варварки. Мне кажется, ей так идет русские народные костюмы. Вообще, она такая прям прикольненькая. Ну и концовка у них была, это их хип-хоп. Они танцуют большой командой, но тут три человека только сюда ходят с их общей командой. И вот они тут разделили, немножко потанцевали. Очень классный танец. С ним, кстати, мы поедем еще в субботу выступать. Мы вернулись домой. Варварка классно так оттанцевала. Я уже кусочки вам тут прикрепила. Аленушка вернулась. И я решила себе купить у нее... Обожаю вот эту лапшу. Мы специально сходили в Магнит. Она еще продается, кстати, в фикс-прайсе. Там более адекватная цена. Надо как-нибудь в фикс-прайсе. Мне именно нравится, знаете, есть там еще какая-то с грибами. Мне нравится кисло-сладкая. Ах, горячая, с кунжутом, которая. Вот она вкусная. Сейчас мы ждем 5 минуточек. Потому что я кипятком ее залила. А там же коробка обычно? Нет, это специальная для готовки коробка. В общем, на 5 минут заливаете, сливаете воду и все соусы перемешиваете. И я плюс добавлю еще своего кунжута. Я был бы... Угу. Кто-то выбросил чипсы сегодня. Ну, так как она очень классная. Знаете, такая радость, я вот прям хочу ей поделиться. Когда ребенок твой классный, у него такие успехи, она так танцует. Я в детстве тоже мечтала танцевать. Но это были только мечты, видимо. А сейчас... Тогда еще маленькая была просто. Сейчас Варвара танцует. И прям мне так классно смотреть за ней. Мне нравилось, когда Алена тоже танцевала. У меня прям такая гордость брала. А сейчас Аленка-то не танцует, а вот за Варюху. Вот сегодня сидим, смотрим. Так кайфово мне прям вообще. Знаете что? Что? Я, когда на меня мама смотрела, я сейчас пыталась... Подожди, я переверну камеру, расскажу. Я когда там была, она сказала то, что нужно нигде не улыбаться, кроме хип-хопа и самого конца. И, короче, я когда смотрела на маму, я немножко улыбалась, и я старалась сделать лицо просто камень, вот так. А я наоборот думала, что надо улыбаться. Думаю, что она с таким каменным лицом, я ей улыбаюсь, а она... А ей надо, оказывается, было не улыбаться. Вот это мать года. Так, у меня сегодня день походов. Я отправилась на родительское собрание к младшей дочери. Маленечко отдохнула, посидела, поела вкусные лапшички. Очень вкусная лапша, обожаю ее прям. Именно вот такую, которую вам показывала. На улице на солнышке хорошо, а в тенечке что-то вообще не очень. Надеюсь, собрание будет очень быстро. Не люблю, когда его затягивают. Так что, надеюсь, сейчас там щук-щук и все, и домой. Но не знаю. Господи, будут подводить итоги учебного года. Еще что-нибудь. Не знаю, что там будет, конечно. Главное, чтобы было все по-быстренькому. Она как-то нам одно собрание делала, так вообще классно. Только я не буду вам что-то рассказывать. Кому интересно, спросите, какие вопросы по ветеру. Неужели конец недели? Я отработала. Вообще, сегодня такой денечек был. В принципе, ничего особенного, если бы не мои руки-лапки. Я просто разбила себе палец. Сейчас он уже более-менее нормальным видом стал. Я ударилась, и у меня прям вот настолько, что у меня аж прям пальцы не шевелятся. Такая боль.
Я просто встала и вот так вот руку держу, и так больно, господи. Вот это минусы моей работы самые большие. Я уже прибежала, тут нагрела воды, естественно, когда нам уже ее дадут, гады. Пока вода грелась, я успела сварить макарошки. Варюшка придет, будет кушать. Мы с Аленкой другую еду едим. Она заехала. Заехали, она взяла мне онигири и себе взяла. Варюшка такое не ест у нас. Вот. Мне что-то хочется. Вот не знаю, мне что-то на рыбу тянет. Я сегодня пойду куплю соленой рыбки. Прям хочу рыбы соленой. Не знаю почему. Так что я Варюхе написала, когда она придет. Думала, мы с ней вместе покушаем. Оказывается, она еще ничего не ответила. Не знаю, идет она домой или нет. Они, в общем, в цирке сегодня. У них сегодня было фотографирование. Парадная форма. Плюс что у них сегодня? И плюс цирк. И у нас сегодня английский. Вот. Вчера сходила на родительское собрание. Блин, я не помню, мне кажется, я не рассказывала. Так ужесточили нам форму. Это вообще трындец просто. У нас теперь верх только голубой, синий. Все оттенки голубого и синего. Все. Ну и парадка белая, как обычно, остается. Ну вот, единственное, что... Ой. Смотрите, кого я к себе взяла. Красавицу мою. В общем, единственное, что у нас... Мне не нравится, что вообще, короче, никаких рисунков не должно быть. Все однотон. Ой, эти зайчика. Все однотонное должно быть именно вот. И верх нельзя больше. Вот у меня Варька в этом году ходила в двух свитшотах. Она как бы спортивная, но она кофта. Она смотрится никак. Но в таких на будущий год нельзя. Нужно именно классического варианта. Брюки, не дай бог, что будут в обтяжку. Тоже все классического стиля. Вот. Это хотела... Ну, я надеюсь, я найду такого стиля, чтобы были без стрелок. Я не хочу стрелки. Я так замучилась в этом году стрелки гладить. Это просто трындец. Я надеюсь, на будущий год мы будем без них. Просто это капец. Вот сейчас согрею чаечек. Нам уже, кстати, дали там уже литературу на лето. И даже уже поговорили, какие нужно тетради рабочие купить. Потом, что у нас, пришкольный лагерь Варварка все-таки пойдет. Она еще так никто не откажется. Потом, что там еще в пришкольный лагерь. Она будет в бассейн ходить и коктейль пить. Я согласилась, что-то вчера у нее не спросила, но она все время вроде эти кислородные коктейли, ей нравятся. Пусть пьет, для здоровья полезно. Я бы тоже попробовала. Варюхе нравится, но говорит, они вкусненькие. Алена, не знаю. Алена, тебе нравятся кислородные коктейли? Кислородные коктейли. Что ты обманываешь? Ты же ходила. Потом что-то... Я у тебя спрашивала, ты отказалась от них. Я помню, что-то с тобой было. Еще у этой... В началке выходили. В началке ходили и уже с этой... Блин, я забыла, как вашу... С людьми... Любовь... Как у вас была до этого учительница? Любовь Павловна выходили тоже. Я помню. Ты говоришь, я не буду их пить, они невкусные. Мне почему-то... Вот мне почему-то это помнится, не знаю. Да, я снимаю. Мы тут... Никучка тут развалилась. Рада, что я пришла домой. Какая красивая девочка. Завтра пойдет... Ой, завтра где мы пойдем гулять? Мы завтра не пойдем гулять. Мы завтра не поедем к родителям, наверное. Воды горячей нет. Я хотела в баню. Вот в данном случае хочется в баню, когда нет дома воды горячей. Нормально помыться, не экономить каждую каплю. Ну, не знаю, может, мы и съездим. Только уже поздно поедем. Потому что у нас завтра в 11 у Варвары выступление в ДК, только в соседнем городе. Вот. А в 3 часа у нее репетиция. Здесь музыкалки, ну, по вокалу уже репетиция. Уж еще вокал осталось нам. Мы танцы отвели, остался вокал. Вообще, и плюс у них еще выступление будет после 18-го, еще какое-то выступление, я вот не помню. Когда они еще выступают, и потом вроде бы 1 июня, я не знаю, будут они выступать или нет, но вроде потом не будет выступлений до Казани. Я вот,
кстати, не знаю. А Казань только в конце июля. Можно будет вздохнуть. Ладно, все. Чаечек закипел, пошла я кушать. Могу вам показать Алену. Во влоге она, по-моему, еще в этом вообще не попадала за все 5 дней. Вот прям могу показать. Смотрите, вот она, Алена. Вылезь. Ну ладно, покажу кошку. А вот кошка сидит красивая такая. Сидит возле фломастеров. Рисовать собралась, да? И собралась рисовать. У нее вся эта шея пообветывалась. Я уже не дождусь, когда она полиняет вся. Уже все поотросло. Смотрите, как у нее просто здесь шерсть была прям максимально длинная. Сейчас как будто лысая. Она очень короткостриженная. Как будто я ее выстригла. Хотя это все линяет просто. Это капец. Кулачка. Чего так сильно линяешь? Вот до этого у меня была... Кто ты? У меня британка. Ты же британка? Mm-hmm. Ты британка. Это длинношерстная, а до этого у нас была гладкошерстная. И вот от нее вообще шерсти не было. Я вообще не знаю, как я так промахнулась на длинношерстную. Да? Шоколадка. Вот она, Алена. Ну, поздоровайся! Ну, поздоровайся! Всем привет! Я пошла пить чаек. Ой, как красиво, зелененько. У меня мы листик. С Варваркой пошли на английский, как всегда. Смотрите, у меня как будто белая футболка. А вот она у тебя как будто реально белая. А у меня это черное, тепло вообще. То, блин, холодно, то тепло. Вообще непонятно, сейчас 20 градусов. А мы завтра едем в Барабинск. Ну, в соседний городок. Я рассказала, что мы завтра поедем. И не поспим. И завтра куча тренировок опять. И уже не дождешься, когда уже конец... Конец этого тренировка. Открывай. Это не тренировка по вокалу называется, а репетиция. Все, мы дома. Сейчас быстренько распаковочку вам сделаю. Ха, целый мешок. Мешок еды. Шучу, конечно. Хотя нет. Не шучу. Кто-то брал опять мой штатив. И он неправильной высоты. Ну, реально мешок. Он пустой, где я одной рукой держу, потому что я брала капусту. Хочу сделать сейчас. Ох, расскажу, короче, достану, когда еще. И вот тут кукурузные палочки. Поэтому так и получается, что он очень объемный. И еще хлопья. Я Варварку взяла на выходных, чтобы не только одни эти ела. Таких, короче, пачек 4. Чтобы не один йогурт ела, а еще и хлопья хотя бы. Их 4, потому что 1 плюс 1 было по 40, по 50 рублей, по 49,99. А если одну пачку берешь, то 99 рублей. 99, короче. Я взяла 4. Потом я взяла семечки. Не знаю, буду я их есть сегодня или нет. На сладкое взяла чокопай. Взяла нам сыр, который хорошо плавится для макаронов. А еще для чего, в принципе, я взяла эти... Нори, хочу взять рыбку, авокадо. У меня есть творожный сыр и вот в это нори все завернуть. Вот такие типа таких рулетиков. Ну и все, больше тут ничего особо нет. Яйца и капуста. Вроде выбирала, вроде нормально. Очень классно. Мы вчера ели с капустой. Там очень вкусно. А еще у меня курица стоит. Вот. В холодильнике. Я надеюсь, с ней все хорошо. Я ее купила, и как всегда. Лучше бы я ее заморозила, если честно. Я ее все не отварила. Она у меня так стоит. Надо ее, наверное, вытащить и заморозить, потому что мы сейчас ее есть не будем, а она испортится. Такие вот дела. На улице потеплело. Капец. Я шла в этой куртке, и мне так жарко было. Прям вообще... Доброе утро. Сегодня новый день. Суббота. Мы с Варваркой уже встали. Алена тоже проснулась, но не встает пока. Нам сегодня идти на выступление. Так что сегодня небольшое у нас будет с вами путешествие, в принципе. И да, соседний городочек. Как красиво на улке. Я обожаю, когда вот так начинается все зелененько. Радует, что под нами не только тополь, но за ним еще есть березки. Тополь-то, конечно, меня вообще не радует. Сначала липучие вот эти сережки, а потом
полетит. С вами пришла поздороваться наша красотулечка. Скажи, вы давно меня не видели? Давно не видели меня, да? Давно не видели. Вот она, я красивая, линяю. По-прежнему линяю. Ника, перестань. Ника чешется. Что-то чешется вся. Что ты чешешься? Тебе опять надо капли покупать. Я замучилась. Она сходит на улицу. У родителей... Привет. У родителей побудет все. Я не могу, она вся исчесывается. Ее кто-то накусал, у нее ничего на ней нету, ничего. Я думаю, что она блох нахватала, еще что-то. Нет, на ней ничего нет, на ней есть шишечки какие-то, кто-то ее покусал. И она их добросовестно чешет. Вот что с ней делать? Это вообще так раздражает. Особенно, когда на кровати, кровать низковатая, и получается под низом дощечки, и она об них. Мне кажется, я лежу на кровати, когда она ее слегка приподнимает. На ковре, да, на ковре. На кровати самолете. Мы уже вышли. Ой, на улице жара. Мне кажется, надо будет снимать вот это. Очень быстро выступили довольно-таки. Единственный минус, что у нас учительница не предупредила. Ни о чем. В общем, она не сказала, где нам встречаться. Где... Мы, короче, бегали, как дураки, искали. Потом в итоге детей запихали за кулисье, и все. И они в этот момент... Нам помогла Катя сказать, когда будет наш номер. Екатерина Юрьевна, она как бы... Тоже а Катя сказала, где за кулисье нам. И да, в итоге мы нашли все. Блин, вот это вообще, вот это что... самое неудобное. Ой, смотрите, как красиво. Красота. Сейчас короче, сфоткаемся здесь. Екатерина Юрьевна у нас еще в школе преподает танцы. И она еще как педагог тоже по танцам. Угу. И вот она нам сказала, ну, давайте я сейчас посмотрю, когда там дискоша. Да, и они ушли, и следующие они были. Да, ну, в общем, это вообще прикол. Включила. Я, как всегда, не включила, иду рассказываю. Говорю про Варину кофту, что им надо было джинсовку, чтобы можно было скинуть, очень жарко. Пошли сходить на фонтан. Нет, да там очень красивая статуя. Пойдем до фонтанчика и поехали домой. Очень прикольно. Когда ты не в своем городе, кажется прям так кайфово. Я уже жду нашу поездку в Новосибирск. Я уже иду в Казань. Ты в Казань, я тоже хочу в Казань. Сейчас посмотрим. Фонтан намного красивее, чем у нас... в городе. Тут прям вообще классный фонтан. У нас сделали этот из земли. Три струи струится и все. Кто-то джинсовку оставил. А. Ой, как прикольно. Ты полезла. Варь, только на мокрое не залезь. Ой, как брызгает. Как брызгает. Тебя брызгало? Я тебе говорю, не наступай, там грязно, мокро. Снимаю, как ты ходишь. Варюха залезла на фонтан. Ой, классно, сегодня погода будет вообще очень клевая. Поехали домой, сейчас пойдем. У нас сегодня супер Варина любимая поездка на маршрутке. Нам некуда ездить, вот только вот в таких случаях, раз в год. Просто ребенок никогда не ездил на маршрутках, в отличие от мамы. И ей кажется это прикольно, да, Варя? А мама всю жизнь каталась в ПЭТ в свой. Ой, так классно. Здесь прям вообще классная площадь. Лучше, чем у нас. Мне она больше нравится. Я еду когда на автобусе или маршрутке. Вообще кайф. Тики живет. Ходит, я помню, куда же? К Лене мы приезжали и тоже вот отсюда... Чапали куда-то. Снимаем вдвоем. Да, сейчас поднимемся на переход. Пу-ру-ру-ру-рум. Там будут собаки. У нас Барабинск — это город, где можно уехать на поезде. В нашем городе. Че? Да. Поезда нету.
красиво птички поют. Мы уже доехали до нас, до дома. Зашли в магазинчик. Слышите? Классно. Зашли мы. Вот, блин, не видно рану. Ника меня сегодня разодрала мне. А мне сейчас сюда босс Мави. Я специально записала, как называется. Набрызгали, похоже на мою. Я взяла свое зеленое яблоко. Опять было без дозатора, но я взяла больше. Как раз, чтобы мне побольше хватило, я взяла большой объем. Это духи на распив. На распив? Да. И взяла... Так, где берешь здесь? Баночки, несколько, и подавать. Да. Так они так и продают. Они, взяла воск, воск для воскоплава. Дай, я вот под... Эстетика. У меня закончился мой. Все, обзор был на улице. Да. Закончился мой, я решила взять новенький. Очень мне нравится. Им быстрее намного делать. Сейчас покажу, сколько... Вот, кошачья ферма. Подожди. На выгуле, им жарко, они в тенечек все сбились. Мам, что ли? Ой, всякие разные. Стою на месте. Ты что, их снимать будешь тоже? Варюшка. Жарко ей, Варьке, наверное, да? Тебе жарко? Нет? Да. Я потому что в футболке, а она так оделась, что я ничего не снять. Все, мы домой. Ездила сегодня в верхушке, сейчас подшила низ. Мне кажется, очень классно. Смотрите, какая я сегодня синенькая девочка. Прикольно. Мне оказывается, не только синий идет, но и зеленый. У меня там вещи настирались. Кстати, доставала машинку. Думала, сейчас пока ее опять настрою. Но, слава богу, она поддалась с первого раза. Так что вот такая вот. Ника тут у нас семенит, уже хочет гулять. Мне, кстати, цвет вообще очень нравится. Удивительно, у меня ничего синего нет. Но, мне кажется, очень даже... неплохо, как вы думаете? Напишите в комментариях, идет ли мне синий цвет. Кажется, очень даже хорошо. Ехали к родителям. Тут уже выгуливают нашу Нику. Дождались Варварку. Она отрепетировала. И сразу все уже поехали, чтобы нет. Да, Сашуля, привет, привет, скажи. Всем. Саш, Саша, поздоровайся, скажи привет. Она все попедалила. Скажи, ты куда? Всем привет. Там что-то нельзя брать, Саша, нельзя. На. И это положь, пусть Саш лежит, это дедов. Молодец какая. Скажи, что бросили-то, а? Да? Ну все. Такая девочка в панамочке. Красивая, привет. Я пошла занесу. Ой, привет. О, на улице жарень такая вообще, красота. Прям как будто лето наступило. Ой, 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 ты что творишь? Катается. Ты зачем катаешься на земле? Пойдем, что там унюхала какую-то фигню. Я полностью в костюмчике. Там девочки, папа. Окрой, окрой. Пойдем сейчас прогуляемся. Ника так хотела на улку. Да, она тоже на улку хочет. Потом начинается у нее. Надо и витамины сегодня дать. Стала забывать вообще. Память дырочка. А надо все равно 3 месяца можно спокойно давать витаминки. Так, все, мы уже дома приехали. Тут уже успели Алену накормить пироженами с зеленью, с плесенью. В общем, зашли в наш магазинчик, который у родителей там на улице. И я уже выкинула, хотела вам показать. Я тут снимала. В общем, взяли пирожное. Алена такая кусает, говорит, мам, что там такое зеленое? Я говорю, да не знаю. Я говорю, поди плесень. Она говорит, да ну что там плесень. Берет, разламывает, который второй. Давай, говорит, второй раз разломим. Говорит, там прям аж зеленое. Ну, естественно, мы никуда не повезли, мы же уже дома. И пришлось выкидывать. Меня бесит вот это вот дело. Я причем у нее спросила. Я говорю, а они свежие? Она говорит, да, свежие, вот только привезли. Так что вот на такой ноте мы с вами будем прощаться. Такой будет длинный у нас влог. Лена. Спасибо всем, кто досмотрел. Поставьте лайк, напишите комментарий. Поддержите наше видео. Поддержите наш канал. Варварка тут устроила себе. Смотрите, какое лежбище. Вот такие вот дела. Всем, как всегда, Варя, всем пока-пока.